При хорошей душевной погоде в мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, а она отдохнула на мне. На кепку мне упал комок, и капля тронула ресницы. Не все, что с неба шлет нам Бог, довольно много шлет и птицы. Русь воспитывала души не спеша, то была сурова с ними, то нежна. И в особенности русская душа у еврея прихотлива и сложна. Приходит возраст замечательный, нас постепенно усыпляющий. Мужчина я еще старательный, но очень мало впечатляющий. Дебаты, диспуты, баталии текут бесплодные похожи, а жены стали шире в талии, а девки стали брать дороже. Любил я книги, выпивку и женщин, и большего Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен, теперь уже на книги нету силы.